ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То там 100 грамм, то там 100 грамм. На то оно и утро. Сегодня у меня утро с блинами. Друзья, 7 утра. 7 утра я постаралась. Я? Вернее, не я, это не я. Женя, ты постарался? Кто постарался? Сковородка. Да, сковородка. Новая, ура! Сколько мы с тобой покупали уже сковородок? Ой, не покупали сковородку. Год. Угу. Ну, понятно, все. Но мы не будем. Мы не будем. Ага, мы будем вот наслаждаться прекрасными блинами. Друзья, почему я так счастлива? Вот вы мне спросите, Нателла, что с тобой? Почему я так счастлива? А потому что у меня новая сковородка. И теперь я могу, наконец-то, каждое утро пекти блины. Все-таки как много значит. Рецепт классический много значит для женщины. Как бы это ни банально ни звучало, Женя, новая сковородка. Вот, дорогие друзья, новая сковородка. Это просто класс. Значит, представляете, 7 утра. Я сейчас заправлюсь блинами собственного приготовления, потому что я покупала в ермолинских полуфабрикатах блины с творогом, с мясом, да? Что, хочешь блинов? Так, пожалуйста, сейчас поедем купим. Сейчас поедем купим еще. Нет проблем. Сейчас эти только съедим, да? Домашние лучше? Конечно. Ну, друзья, вы же понимаете, что Ютуб прежде всего. Вы думаете, почему голос за кадром и почему Женя не уходит? Вы слышите? Истерический смех. А ему что же хочется позавтракать? И смотрите, я сейчас вот мажу сметаной, сахар у меня есть. Вот так вот мажу, складываю трубочкой. Вот так вот. И торжественно передаю Евгению. Вот, смотрите, торжественно. Творог сам, пожалуйста. И говорит, творог заверни еще. Во второй блинчик творог. И сама сейчас. Ну, я люблю с сахаром. Я не понимаю, как можно вообще блины кушать без сахара? Помните, с маслом, со сливочным бабушки нам делали, да? Ну, и мы потом уже научились. Сахарочек, сливочное масло такое подтаявшее, намазали, и получался как Наполеон, как завернет моя бабуля. Ну, знаете, что я не любила? Я не любила с домашним маслом. Для меня Женя, он не дышит, Женя, можно я с ним тоже? Он не дышит. Вот так у нас теперь, Женя, теперь это утро каждый раз у нас будет. Извините, что так показываю, нет у меня этих приспособлений. Ребята, заметьте, у меня сегодня утром не кофе, а зеленый чай, Женя. Да? Да. Ну, кофе. А кофе нет. Только ночью выпил. Нет, кофе закончилось. Я грозила, что никакого мучного. Но я купила сковородку. Я хочу блинчиков. Я сегодня еще ничего не ела. А как я могла есть, если только проснулась? Значит, это сейчас заправиться блинчиками, да, и вперед. Да. Это вот так вот блинчики есть. Чтоб ни всего, и никакая жиринка, никакая соринка не задерживаясь, мои дорогие друзья. Значит, сегодня четверг. Сегодня четверг, да, Женя? Ням. Сегодня четверг, Женя? Ням. А знаете, почему ням? Знаете, почему ням? Блины. Блины с мужчинами делают невероятные вещи. Невероятные. Женя, блины. Давай. А! Ушли! Блины ушли. Так что, мои дорогие женщины, если вы хотите мужчину попросить что-то ему сделать, там, я не знаю, прибить гвозди в каждом углу, как мы это любим, набить нам полок целую кучу. Подходишь такая с блинами, говоришь, дорогой, сегодня мы бьем гвозди в стены и делаем полки. Чаем, блинами, да? И класс. Так что всем хорошего дня. Всем мира, всем бабла, всем добра, всем огромное спасибо, что пришли ко мне на прямой эфир. Всем огромное спасибо, что подписались на мой канал. Я как всегда, не прощаюсь, а говорю пока. Целую, люблю, ваша Нателла. Вы все мои друзья. Пока.